Что-то в этих домиках старых никто, видно, и не живет. Что-то не видно людей совсем. Ну-ка, сейчас заглянем вот так на старые домики, посмотрим. Вроде бы полотенце висит что-то. Ну, а так тихо. Как будто бы никто и не живет. Вот это другая база. Там тоже люди живут, отдыхают. Мангал. И новые класса люкс. Домики. Отдыхающие. И выход к морю. Такая вот база. Такие домики в ряды идут. Везде облепиха растет. Акации, тополя. Так вот сделали. Тут были старые домики, их уже убрали в этом году. Окончательно. И все. Очистили. Там, наверное, тоже будут новые дома ставить такие. Класса люкс. Но вот эти домики класса люкс очень комфортные, удобные. И хотя и дорого, но оно стоит того. То есть отдыхаешь уже с повышенным комфортом, ни за что не переживаешь, очень удобно. Идем к своему номеру и будем пить кофе с пирожными. Вот. Ой, хорошо, ветер дует с моря. Соленый такой воздух. Ну, уже начинает подогреваться уже температура воздуха. С утра было прохладно, классно было. Сейчас будем пить кофе. И пока отключаемся. Пока.